два самых популярных покрытия межкомнатных дверей. Это экошпон и эмаль. Что же выбрать? Преимуществом дверей из экошпона будет, как правило, более приятная стоимость. Они очень просты в уходе, вы сможете мыть практически любой бытовой химией. Хороший экошпон будет устойчив к ультрафиолету, то есть двери будут оставаться в изначальном цвете. К недостаткам мы с вами сможем отнести только лишь ограниченное предложение в цветовой палитре. Двери из эмали – это шикарный внешний вид, гораздо более широкий выбор цветовых решений. У многих производителей вы сможете выбрать цвет по палитре RAL, что позволит вашим дверям идеально вписаться в ваш интерьер. Но давайте будем помнить, что эти двери потребуют более бережный уход, и они будут более чувствительны к дефектам, нежели двери из экошпона. Выбор между данными вариантами будет зависеть от ваших предпочтений и бюджета. По вопросам подбора пишите в директ.